день. Я Лиза. И вы на канале «Утренняя звезда». Сегодня день Николая. Я, и он мне подарил одну красивую игрушку. Я хочу ее вам показать. Вот такую сегодня игрушку мы будем собирать. Так, а что это у тебя такое? Это такая елочка. Мы ее будем собирать из хрусталиков и будем выращивать. Магический лес называется. Вырасти елочку в кристаллах за 6 часов. То есть мы сейчас начнем, а потом вечером посмотрим, что у нас получится. Ну, открывай. Здесь так заклеили. Давай я помогу. Так. Здесь есть такая вот инструкция. Вот такое вот есть. Здесь еще что-то должно быть. Жидкость какая-то. Подставка. Деревянные вот такие штучки. И все. И все. Так, что нам надо делать? Давай смотрим с тобой. Вот инструкция. Как вырастить дерево в кристаллах. Так. Только представьте себе, что за несколько часов ты сможешь создать заснеженное дерево, даже если на улице лето. Не веришь? Тогда проверь. С нашим набором ты вырастешь на бумажном дереве мягкие пушистые кристаллы. Запомни, они очень хрупкие. Не трогай их руками, оберегай от ветра и домашних животных. Так. Инструкция по технике безопасности. Опыт нужно проводить в домашних или школьных условиях в присутствии взрослых. Проведение опыта ни в коем случае не должно мешать маленькие дети и домашние животные. Ты маленький ребенок? Нет, мне уже 6. Хорошо. Перед проведением опыта внимательно прочитайте инструкцию. Вещества из набора нельзя употреблять в пищу. Кушать это нельзя. Я знаю. Во время проведения опыта категорически занимается кушать. Либо что? У нас ничего нету, мы кушать сегодня не будем. Сейчас. Так. Не вдыхайте пары. После проведения опыта уберите рабочее место. Так, хорошо. Что теперь надо сделать? Собрать дерево. Вот здесь у нас нарисовано. Из вот этих штучек собрать дерево. Это как-то вот так нужно вставлять. Как-то и это наоборот сюда. Не, подожди. Они вставляются, это две части, вот такие мы видим, да? И вот они, тут пазики есть, все. Оп. Мы вставили уже. Вот у нас получилась вот такая вот елочка. И ее надо, по-видимому... Растопырить. Растопырить. А не, видишь, что не нужно, по-видимому, отпадает. Это, наверное, толстые отпадают. Оно тут до конца не отрезано, но вот получается вот так. Вот есть инструкция тоже. Угу. Попробуй почитай. Умеешь читать? Умею. Покажи всем, как ты умеешь читать. Тос лид бош да. Проводити в домашніх чи шкільних умовах під наглядом дорослих. Ну, то, что я вижу, значит, мы вот делаем вот так. Вот у нас елочка получилась. Она в тарелочке специально стоит. А сейчас что мы будем делать? Сейчас мы будем делать, мы сейчас маму позовем и попросим у нее ножницы. Мама, дай, пожалуйста, нам ножницы. А что Спасибо. Вот это? Какой-то... Упа... Ну, мы сейчас делаем елку, а упак... Ну, что-то.
18. Упаковочный лист, да? Установи дерево в центральной пластиковой подставке держателя и убедись, что она хорошо закреплена. Убеждайся, хорошо закреплена елочка. Хорошо, да. Видим. Теперь вылей раствор в пластиковую подставку с деревом. Подожди несколько часов, а лучше всего оставь на ночь. Полюбуйся на свое пушистое заснеженное дерево. То есть мы вот это должны вылить вот сюда. Вот сюда. Тебе помочь может или ты сама? Я сама. Аккуратно, не разливай, главное, в сторону. Давай, я тебе помогу. Его здесь немного, да? Но хватает на один раз. Ну, наверное, на дерево должно хватить. Значит, здесь какой-то раствор, по-видимому, он кристаллизироваться будет на елочку. Ну что, теперь будем терпеть 6 часов. Или целую ночь. Или целую ночь. Ну, результаты нашего опыта мы покажем вам потом. Главное, что не разлить эту жидкость. Что это за жидкость такая, мы не знаем. Ну, посмотрим, какие будут результаты. Будем ждать? Да. Ну и отлично. Вот такая елочка у нас получилась. Ну, кстати, я подумала, вот такая нарисована, что получится, а получилось совсем другое. Печально. Но все равно красиво. То есть надеялись на более такую густую елочку, но получилось, к сожалению, вот такая. Ну, все равно красиво. Я думаю, мы свои опыты будем продолжать, изыскивать возможности, да? Все же это денег стоит. Но все равно, я думаю, все будет получаться. Ну что, дальше будем проводить разные эксперименты, да? Куда мы дальше пойдем? В кафе. В кафе. Ну что ж, найдем кафе и сходим в кафе тогда.